Здравствуйте, рады мои. А кто вам не рад, тоже здравствуйте. Вот у меня такой случай был позавчера, рады мои. Случился со мной. Занимаюсь, значит, я гантелями, никого не трогаю. Дошел я, рады мои, до, что получается, сегодня 14, вчера до 12 раз уже. И где-то через час я почувствовал сердцебиение. Страшное сердцебиение такое, отдышка. А мне говорю, повторяю, 3 года назад был инфаркт. И мне показалось такое же состояние у меня, что оно случилось. Я испугался, значит. Скорую вызвали. Скорая приехала, посмотрела, инфаркта нет. Все нормально. Ну, пока скорая там, конечно, опоздала, там она в городе была. Пока что кого, ну, не важно. Важно, что все нормально. Ничего мне не дали, вообще, все нормально. Ну, да, посмотри, там, кардиологу сказал идти и все остальное. Вчера там в больницу ездил, к кардиологу я не попал, не успел, и в Ангарс ездил по другой причине там. Ну и ладно, вчера не попал к кардиологу, думаю, как позаниматься, вчерашнее занятие, 13 раз. Сделал уже с отдыхами, сделал обычный бицепс, отдохну, дыхание собью, ну 30, отдохну. Вот так вот. А и вспомнил я, рады мои, такую штуку, когда давно-давно занимался спортом еще, гантелями, делал это же упражнение, только без отдыха. И когда уже большая нагрузка, большой вес гантелей, а делаешь одним темпом все, с подбородка пот капает, сердце колотится об ребра, аж как будто там, не знаю, лыжник, будто на лыжах там километров несколько проехал. Вот за эти 10 минут там пульс страшенный, сердце, говорю, бьется. Пот текет, как выжатый, вот так вот, текет с тебя. И я замечал, что я, вот знаете, вот пишут везде, в книгах раньше, во всяком случае, писали, примите потом теплый душ после занятий. Рады мои, нельзя теплый душ принимать. Теплое понятие относительно, это глупое понятие. Что такое теплое? По ощущению. Теплее температура вашего тела. А вот если ваша температура нагрелась, допустим, до 30 градусов, до 40 градусов наружу, до 50, вам тепло уже 55, там, понимаете, чуть повыше температура. А комнатная температура уже больше холодная. Правильно же? Холодная вода. Так вот, я пробовал в теплую воду залезть раз, что-то попробовал. Так у меня сердце, я вот как билось, в теплую воду полез, у меня сердце как начало вот так. Там вообще испугался. Так вот, родные, и случайно прочитал, что умирают люди, спортсмены, вот лыжники, конькобежцы зимой, садятся в теплый автомобиль после пробежки, и сердце не выдерживают. Тынц, умер. И я вот те времена-то делал холодной водой, ополаскивался, умывался холодной водой после занятий спортом. И бывает, что давление слабое в кране. Вот так, заранее включаешь воду, полностью набралась ванна воды холодной. Позанимаешься, говорю, под текет, сердце колотится, дыхай такое, идешь в ванну, бух, в ванну, падаешь. И рады мои, в холодную воду доступали. В ту секунду, 2-3, вот так, 1.5 секунды, так минимум, дыхание вообще останавливается. Понимаете? И после этого, рады мои, дыхание вот так. Вот, сначала дыхание было вот так вот. Понимаете? И сердце так. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. То холодной воды так. Ту. И вот так сердце так. И дыхание. Спокойно. Кислород сразу дополняется организму. И не столь важно, там гемоглобин появляется или что-то. Какая разница, что-то появляется в организме. Дыхание сразу становится. Сердце бьется идеально. Все. Я вспомнил это. Дай-ка, думаю, попробую. И вот сейчас, рады мои, сегодня вот позанимался я. И покажу вам сейчас, что получилось. Я смерил давление. Сейчас покажу, вначале сейчас видео будет. Значит, давление смерил перед занятием. Я гипертоник. Рабочее давление у меня, как это называется, стабильное, крейсерское, 140 верхнее. Нижнее, не помню. 140 верхнее. Пульс тоже сильно, что-то я не мерил пульс никогда. Ну вот, верхнее у меня 140. Вот я мерил давление, если померил перед занятием спортом. Перед тем, как заниматься сейчас. После занятий сразу же. Померил давление. Потом холодной водой облился. Посмотрите. Потом измерил давление. И еще холодный душ принял.
Все, заранее нравлики, не нравлики, пишите отзывы, смотрите дальше. До свидания, роды мои. Вот, роды мои, давление мое перед самой тренировкой. 181 верхнее, 117 нижнее и 72 удара в минуту пульс. Сейчас пойду заниматься. Вот, приготовил два ведра с холодной водой. Верхняя 215, нижняя 119 и пульс 103 сразу же после занятий. Ой, а сейчас, рады мои, иду обливаться холодной водой. Пошли мерить давление. Роды мои, вот еще мокрый весь. Сразу же после холодной воды 228 верхняя, 124 нижняя и 103 пульс. Маловато в холодной воде просидел. Пойду-ка я сейчас, роды мои, в душе ополоснусь холодной водой. Вот, роды мои, после душа 187 верхняя, 115 нижняя и 87 ударов в минуту пульс. Но уже видно, короче, надо не холодной водой там с ведрами, а вот именно под душ вставать. А лучше холодную воду не брать и нырять в холодную воду и охлаждаться. Да и дыхание, вот чувствую, я замерз там сейчас постоял. Уже дыхание как более-менее нормальное. Ну все, нравлики, не нравлики. До свидания, роды мои.